Привет, мой дорогой друг и любитель War Tales. Продолжаем прохождение на максимальной сложности, на пределе. Ну, как на максимальной сложности? Разработчики создают условия максимально сложные, и задача игрока просто быть в теме, быть в тонусе, постоянно поддерживать свой отряд на уровне, броня, оружие, все такое прочее. Ну, а задача зрителя поставить лайкосик, подписаться, если не сложно. И наслаждаться прохождением, если нравится. Итак, что у нас? Как мы держим свой отряд в тонусе? Вот у нас уже прапорец на 7 уровень. Держим броню на 8 уровне, на подходящем. Берем щиты 8 уровня и поднимаем оружие до подходящего уровня, чтобы отряд был у нас адекватный урон наносил и адекватно урон принимал. Мечник у меня тоже 8-я или 8-я броня. Щит паладина и крепкий клинок. Мечник второй у меня то же самое, 8-я. Баклер стражи и 8-й меч рвения. Бонку тоже я нашел броню 8-ю. Шапка так осталась пока 6-я. Щит теперь уже 8-й. 8-й, да, молоточек 8-й. Дальше хаммер. Хаммер у нас велазарского колосса в броне бегает. Тоже 7-е шлемы, пока со шлемами напряженка, но с броней вроде бы нормально, вроде бы кормится, ничего пойдет. Надо слой крысы докинуть, и в принципе оружие 8-го. Алебарды тоже 8-е, 8-й стеганка колосса, марион колосса. И копью я пока перекинул 7-й, он еще только-только вот прапался, поэтому пока только оружие ему подняли. И меч, топор. На 6 уровне пока что бегает подпеле и наплечника громилы. Так, этот у нас тоже чуть-чуть встает на уровень, но в принципе он не особо рискует. Поэтому нормально. Как видишь, у нас критовики. Крит поднимается постепенно. Шанс крит с удара. Поэтому пора поднимать крит урон вместе с крит шансом. Правильно? До этого нам мы с тобой закидываемся волчьими сосисками, или волчьими ребрами, вернее. А также мы с тобой возьмем нашего дорогого друга-злодея, который будет нам давать еще 30% критическому урону всему отряду. Ради этого мы с тобой брали его. Поэтому, так, кстати, они, пленники, качаются вместе с отрядом. Вот у нас уже старожила, который давно, вот он, блядь, уже 11-го, хотя был бы 6-го уровня. Не воевал, не воевал, копался там что-то в шахтах, блядь. Шахтер, блядь. Качнул 11 уровень, блядь. А шалеть, блядь, игра, что ты творишь, блядь. Так, и несмотря даже на то, что он был охраняем лошадьми, и он был немножко недоволен, он все равно хочет к нам прийти. Настолько у нас чудесный чемпионский отряд, что он, блядь, горит желанием. Поэтому забираем его и экипируем. Маланор, в отряде меня любят, верно? Может, снимите цепи наконец, блядь. Его можно завербовать за 160 влияния. Мы его берем. Берем братишку. Братишка сидит в колодках, блядь. Блядь, взяли в колодки. Что это такое, блядь? Игра, блядь. Зачем, блядь? Полечим его, блядь. Дала его, блядь. Да, 7 уровня, блядь. Так, что мы ему накинем? Тяжелую броню. Молоточек. Лазарский икива. Шапочку. Шапочку скроем, она мне не нравится, блядь. Бонка тоже. Они не нравятся мне внешне, блядь. Окей, так, что еще? Молоточек, кстати... Наверное, даже 8-й зайдет. Есть у меня, есть 8-й. 8-й кувалдометр. Что нам только же масла закинуть. И слои брони. Поэтому назначим мы его теперь кузнецом. И будет он... О, он уже спутник, слушай, блядь. Чего, блядь? Я ему не качал, но он уже спутник. Может, он был изначально любитель паковать. Куец. Так, что мы ему возьмем? Мы ему возьмем славную дуэль. Соло таргет.
Здесь мы что мы возьмем? Здесь мы возьмем. Если есть броня, повышится урон. Да. И на 8 уровне будем вот эту брать, потом подвиг и игнор обороны. Так, что по движению? По движению. Бонка. Бонка. Да, так же. 12 приблизительно надо закинуть ему. Так, по воле. По воле. По воле. Лютняя стойка снаряжения. Подожди-ка. Тирана она взяла, да? Эти рыбаки. С этим все понятно. Тут тираны я одну по ошибке закинул один разочек, да? Этого мы брали уже с 14 воли. Тут у нас тоже было. Вот этот рыбак, все понятно. Топор, у него 9 было, но он ученый. За счет учености. Блин, не хочется, конечно, вкидывать, но... Придется, придется. Придется, это максимум, что мы выжили, правильно? От стойкости одна, от лютни одна, от снаряжения. Даже если мы что-то там в снаряжении поменяем. Ладно, давай, давай закинем. Пусть будет 16. Еще раз движение. И все остальное в силушку. Так как он 100% будет критовать... 53, у Бонка 75. Культурный шок. Снаряжение, кузнец мастер. 22 базовое. У него 18 базовое, на 4 отстает. Но за счет того, что у него нету силы, сила добавляет ей, да? Культурный шок 9. Культурный шок 12, видишь? Сила. Снаряжение 27. А, снаряжение еще добавляется, да? У меня 19. То есть мы сейчас еще... Да, давай тогда. Пускай прокачивается. Тогда он же себе и выкует. Лось? Нет. Хотя, вполне вероятно, нам понадобятся вот эти слои, если не будем вывозить по количеству брони. Пока что возьмем 3 лошади силы и обороны. Накинем. Но если у противников будет больше брони, чем у них, мы им закинем другие слои. Так, лошадка. 60. Но пятнашку все равно отстает. 8-3 звезды. Так, ну хорошо, допустим. 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 Так, давай тогда заберем у нее вот этот штамповочный молот, дадим ему. Дадим ему. Так, изменения. Я не взял сталь неистую. Так, окей. Ну, не намного, чуть-чуть повысится. Давай. Fuck you. Не она.
21 силы. Это, конечно, немного, но... 63 уже. Пойдет. Так, и плюс еще он 3 возьмет отсюда. Будет 66. Да, чуть-чуть будет отставать капельку. Ничего страшного. В принципе, ничего страшного нет. Теперь, что я хотел? Мне нужны слои крысы. Качать я его буду потом за кадром. В принципе, тебе вряд ли будет интересно, как я его качаю кузнецом. Давай, 4 крысы. Максимум, что можем сделать. И сменим. Кому-то я хотел сменить. У кого-то там еще. Вот здесь трешовые какие-то слои. Давай сюда. Один. Так, здесь у меня одна крыса осталась. И здесь. Давай тогда вот тут менять. Чтобы уже полностью. Так, отлично. Отличненько. Тут фул крыска. Тут фул крыска. Ну, когда-нибудь доделаем ее там тоже. Ничего не поделаешь. Нету ресурсов. Все. Так, хорошо. Хорошо. Это не нужно. Это не нужно. Это не нужно. Тут тоже не нужно. Масла надо. Ну, я сейчас могу, в принципе, сбегать купить. Сбегаем, купим. Не хочу тратить. Так, этот нам понадобится. Гробница. Что еще? Так, шапочку, братишки. Братишки, шапочку. Улучшенная видимость, естественно. И, видимо, купить книжки ему надо, да. Либо играть через рукавицу. Играть через рукавицу. Ну нет, зачем? У него же прокачка есть, зачем? Купим навыки, ярость. И в жопу рукавицу, блин. Посмотрим, пока сейчас забежим в лагерь, купим, так, закупим это, купим масла. Так, что еще я хотел вложить, что мне понадобится в ближайшее время? Ну, тут, в принципе, еда. Лама уже скопилась, блядь, надо бы, конечно, распродаться. Но это все не к спеху. Так, ладненько, так. Давай тогда, наверное, я сбегаю в логово бандитов и сбегаю отсюда. Кортью возьму пронзающее масло и сюда возьму атаки по возможности усилим. Так и сделаем. И потом, как собирались, идем в Лудерн. Идем с тобой в Лудерн, зайдем в ворота, возьмем квест сюда на суд камней. Так что увидимся. Наверное, вот здесь, в Газенбергских ворот. Итак, для того, чтобы активировать один из региональных квестов Лудерна, нам нужно зайти в Харакское пограничье. И здесь будет профессор Хадвик. Поговорить с ней. Вы направляетесь в Лудерн? Да, мы направляемся. У меня для вас есть задание. Вам предстоит спасти невинного человека от несправедливой участи. За это вы получите щедрую награду. Заинтересована? И она предлагает 100 золота, 10 алзарского порошка, 20 влияния и 20 к судьбе Лудерна. Принимаем. Его семья очень обеспокоена. Родные боятся, что он уже мертв. Речь идет о солдате, который попал в плен
и ждет приговор на суде, в суде камней. На карте отмечается суд камней, и мы направимся туда. Посмотрим, что там можно сделать. Какая-то залба. Кстати, можно было бы, наверное, и аренку пройти. Почему бы нет? Почему бы и нет? Узнать, чем они будут торговать. Так, кто у нас пойдет? Два мечника, молоток. 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 Наверное, алебарда. Хотя нет, стяжки там нет, они будут стоять в разных местах. Если только на босса, там медведь с боссом, они будут стоять рядышком. Топора пока что, и уровень маленький, и стяжки нет. Да, наверное, алебарда. Давай. Так-так, не каждый день мы встречаем таких бойцов, как вы. Вы не местные, да? Не волнуйтесь, наш новый чемпион никогда не откажется принять вызов. И дают лук Ищейка, обещанная награда. Принять правила отряд состоит из 4 бойцов. После регистрации отряда нельзя изменять в течение всего состязания. Пройдите 3 боя подряд, чтобы встретиться с чемпионом арены и попробуйте получить его медаль. Боец, полностью лишившийся здоровья, не умирает, но тут же покидает бой. Так, кто пойдет? Кто пойдет? Мечник раз. Мечник два. Амар. Амар. Ну, давай попробуем алебарду. Алебардье. Алебардье мое. Да, они не очень кучно стоят. Так, кто у нас затанчит вот этого братишку? Кто у нас затанчит? Так, волк тут, да? Так, каждый спутник должен завершить ход рядом с союзником. Каждый спутник рядом с союзником. Ну что ж, начнем тогда защиты. Кровотечение. Рядом с союзником. Конечно, задачку задал. Задал. Ох. Так, ну что, ладно, придется тогда выйти из боя. Тогда давай, наверное, лучника порешим сразу. Сразу порешим и рядом с союзником закончим ход. Так, ну ладно, пробежку. Публику не будем расстраивать.
Так, кажется... Ну я же завершил. Почему красный, блин? Что, блин? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, Вера, ну ты читишь? Как не стыдно тебе. Ай-яй-яй-яй-яй, как же не стыдно. Так, запугивание пока. Враг окружен, у него будет дисбаланс. За выполнение требования спутникам дается воодушевление. Так, Алибардье не должен получить урон. Алибардье не должен получить урон. Ну ты же, сука, все же сделаешь, блядь, чтобы Алибардье получил урон, блядь. Ай-яй-яй. Конечно, требования такая шляпа, блядь. Такая шляпа, блядь. Да, блин. Да. Мы все поняли, братан. Мы все поняли, братишка. Кто бы сомневался, что ты так поступишь. Никто же даже и не сомневался, блин. Так, повышен урон критических ударов на 15%. Каждый раз, когда спутник наносит критический удар, ему дается ярость. Да, доблести маловато. Не вывозим без доблести. Так, Сфорд не должен двигаться, блядь. Не должен двигаться. Хорошо. Как скажешь. Как скажешь.
Так, ну раз не двигаться. По восторге. Крым. Все спутники должны двигаться. Все. Танцуют все. Так, разъяренная толпа. Дополненная тревога дает еще дополнительно. Каждый раз, когда спутник наносит открытый удар, кровотечение. Давай. Давай, босик. Босик, босик, босик. Босик, барбосик. Босик, барбосик. Так, где наш кровоток? Кровоток на месте. Значит, так, кровоток на месте, да? Давай. Так, что там Михалыч бьет? Все бойцам области. Гнев и сила. За каждое союзное животное убито. Если Нейрольф умрет, бойцу дается берсерк. Пока бойцы игрока находятся дальше 4 метров от союзников, дается вдохновение. Так. Ну, я не думаю, что он сильно втащит. Так, на тебе кровоточек. На тебе огонечек. На тебе 4 ударчика. Пойдет. В смысле красный, блядь? Ну это же не мой ход был, блядь. Я же своим походил, я же подвигался. Ну, блядь, ну долбоебические, конечно, требования, блядь. Просто кусочек гуана, блядь. Откровенно так будем говорить. А, он отпихнул? Ты ж скотинка, блядь. Ты ж скотинка такая, блядь, хитренькая, да? Хитрожопик. Хитрожопик. Ладно, давай тогда запустим. Альбардье поиграться. Альбардье.
Наемники, уж вы-то точно не зря проделали такой путь до Лудерна. Чемпиону от вас досталось. Его оружие теперь вашим. Надеюсь, вы будете гордиться таким подарком. Вообще-то нет. Вообще-то нам как бы нахуй не нужен. Нам нужен вот этот парень. Тренировочный манекен. Болотная фляга. Давай. Звериный выстрел, украшен узорами и медленными декоративными элементами, ищейка была луком настоящего следопыта. Наносит цели 40-80% урона от ловкости. Всесоюзные животные рядом с целью совершают атаку по возможности против нее. Ну, главное, что есть. Требуется алхимик. Чего? В смысле, где наш алхимик? А, да. Алхимик запел, блин. В нем проснулось чувство звезды. Так, давай. Продолжай петь. Женщина, которая поет. Так. Суд камней, да, говоришь? Давай. Чё-то тут какие-то замесы кругом. Там дерутся, тут дерутся. Это удар неспокойное место вообще. Вообще какой-то. Какой-то тихий ужас тут происходит. Или громкий. Одно из двух. Так, кстати, порез сам что у нас не может у нас? Хаммера бы надо докачать. Там чуточку осталось. Не хотел бы он сделать. К примеру. Манекен. Так, еще две руды надо. Ну, ладно. Когда-нибудь. Псут ко мне. Так, и тут какое-то жертвоприношение готовится, что ли? Маньяки. Оставьте нас, наемники. Мы готовимся вершить суд. На нашу территорию проник лазарский солдат. Это очень серьезное преступление. Мы нашли его посреди разодранных в клочья тел. Его соратников. Не знаю, как он там оказался, но его одежда выдает в нем лазарца. И любой чужак оттуда, оказавшийся в Хараге, должен быть предан смерти. Да, все жестко у них тут. Не забалуешь. Сидящий в клетке человек трясется от страха. Судья его игнорирует. Но мы же тем временем займемся планом. План капкан. Открываем. Как только клетка открывается, мужчина выскакивает и стремглав убегает. И нам предъявляют претензии. Что случилось? Где узник? Я понятия не имею. Он сбежал? Надо поймать его, пока он не убил еще кого-нибудь. Этого человека нашли среди разодранных человеческих останков. Может, он перебил своих соратников с помощью какого-нибудь неизвестного оружия. Поймайте его, пока не поздно. Наемники, нужно защитить добрый люд Гарусы. Значит, он в Гарусе, да? Ну, ладно. В принципе, мы и так знали. Так, как говорится, пора и подобедать. Набрались селенок.
силенушек. Тут если не отдыхать, он тут прямо таки бежит, как сломя голову. Так, можно, конечно, пофармить призрачную. Нам потом нужны будут много-много лапки. Движущие лапки, знаешь, такие. Так, Людерн. Тут у нас кто-нибудь сидит? Никто не сидит. Кстати, что он зеленый? Он, наверное, хочет попиздеть. Наемники, у меня для вас отличная новость. Последняя проложенная вами дорога и ваша растущая репутация позволила заинтересовать новые поселения в строительстве торговых путей. Ну, принять. У нас как бы вроде проложено. А, Дромбах. Так, Мархейм, новая стиль. Я бы в Гринмир, наверное, проложил бы. Не знаю, будет еще. Не будет. Так, скорость движения 20% спутники. Предметы за исключением товаров можно бесплатно. Лоточники продают товар. Подозрение снижается быстрее. Создать. Нужно 1000 влияния есть. 1500 золота. Я думаю, в Гринмире тоже будет, например. Ты как думаешь? Гильдия лоточников дорожит вашим доверием и надеется, что этот подарок станет залогом нашего продолжительного сотрудничества. Получает Марион посредника. Это что за штука такая? Ну-ка. Я еще такого не получал. Оборона 2. Броня 18. Навык аура престижа. Теперь этот... Дай почитать. Теперь этот Марион используется как украшение. Но раньше его бы надели посредники, соизволившие сразиться с генералом Эдуаром. Аура престижа. Пока союзник находится рядом с этим бойцом, на него действует эффект гордости. Каждый раз, когда боец наносит критический удар, ему дается одна доблесть. Ну, неплохо. Наверное же выглядит охуительно. Так, а ну-ка давай. На ком заценим. Тут же надо 3 звезды ему, да? 18. Допустим. 23 дает 7 акс. Шепель. Как выглядит? Ну, выглядит пиздато. Чего уж там. Ну, тогда не в этом, не в комплекте. Теряем 10% бонус. Так, ладно, мы его тогда прокуем. Аура престижа. Пока союзник находится рядом с этим бойцом, у него действует гордость. А, ну, в принципе, в копье сюда. У него чувство локтя, он там бафает. Если там крит, кто-то рядом с ним критует. В принципе, да. Why not? Ну, мы ее, конечно, сделаем. Скуем. Он на саппорт, так или иначе. Но только не забудь зазвездить его, зазвездить этот Марион. Так, ладно. Еще ты хочешь? Наемники, у меня для вас отличная новость. Последняя проложенная дорога. Строительство торговых путей. Так, ну, значит, надо будет идти уже в Гринмир в следующей серии. Все, я понял. Понял. Осознал. Больше не буду. Пить. Мэтт, ну ты что, тупишь? Ты тупак? Я тупак-то. Тупак.
Шумкам ставим. Так, Дранская шахту. Это делали. Ну ладно. Так, 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 так. Найди парнишку. Найди парнишку. Парнишка находится на рынке. Прячется, прячется. Прячется, никому не говори, только где. Только никому не говори. Он тут, вот, вот видишь, видишь, лейтенант, Готшалк. Ястреб. Ученые сказали, что мы справимся. Это было невозможно. Чудище было слишком много. Чудище. Они сказали, что это все ради поиска истины. Истины, ёпт. Ёпт. Поймать. Сука. Ученые, вот так вот доверяю ученым. Ученые такие ученые. Два варианта. Можем отвезти, отдать на пограничье. Можем отдать на суд камней. Но так как мы будем бить, в прошлый раз мы помогали ученым, теперь будем помогать местным ребятам. Правильно? Я думаю, ты не будешь возражать. Хотя, какой смысл? Потому что мы уже это сделаем. А серия выйдет только в следующую субботу. Поэтому в комментариях не сможешь возражать. Вернее, сможешь, но будет уже поздно. Дело сделано. Сука, блядь, ненавижу лудер. Все вот этой хуйни в текстурах застревает, блядь. Не застревает. В текстурах. Судья Бриган, вы его поймали? Да. Обещанная награда. Идеальный клык 200, 20 влияния и 20 все то же самое к этому. К квесту. Уф, не знаю, что бы мы делали, если бы вы не оказались тут ровно в тот момент, когда узник сбежал. Да мы его отпустили, блядь. Ты че, блядь? Мать, ты чё? Это же мы виноват. Продолжим наш допрос. Нужно выяснить, зачем Алазар прислал этот отряд. Что с ними случилось. Возьмите. Хорошо, хорошо, что нам удалось его схватить. Итак, 20. Вы спасли клан Нирпран и выдали виновника. 20. Вы выдали алазарского солдата лударским судьям. И у нас есть еще одна отметка. То есть, когда мы переходили разбойничьи пограничья, мы зашли в лагерь следопытов. Они нас отправили поговорить с контрабандистами вот здесь. И контрабандисты сказали, что видели, как в деревню Лютир кто-то странный побежал. Значит, мы побежим следом за ним. Попробуем в этой серии сделать вот эти контрабандисты, говорят. Ничего, видели, да, пошли туда. Пошли сюда. Сюда, туда пошли. Так, у меня два лекарства чумных, да? Можно было бы еще эту спасти, Мэр-Пенгар. Там одно лекарство нужно. Так, жирок я скуплю для крыс. Вот это, наверное. Давай, брендитыш. Так. Заходим. Тут перепалка между жителями этого, этой деревни или дома, не знаю. И мы прошли за женой Мэри Тагры. Без нее мы не уйдем. Есть свидетели того, как ее укусило чумное чудище. Она, несомненно, заражена. Мы сочувствуем семье, но законы Харага запрещают защищать тех, кто представляет опасность для общества. Ей предстоит умереть.
Как я и сказал судье и страже, моей жены здесь нет. Подсвечиваем. Есть сундук. Можем покачать нашего ворышку. Сломать ему нахуй руки. Или ноги. И руки, и ноги. О, да. Братишку. Пока лечила. Телосложение. Снижается вдвое. Контузия. Его контузия ловит. Растяжение. Больше не может выполнять задачи. Контуженный, блядь, что ли? Че у нас лекарств? Много. Так, а тут Эрен прячется. Эрен. Эрен и друзья. Прошу, не надо, не говорите никому. Можно дать лекарство, можно доложить стражи на нее. Можно забить, как говорится, болт. Ну, мы дадим лекарство. Была Эрена, стала Суесога. Суесоге. Сосоя, короче. Не верится. Митин не осталось, я в порядке. Я даже не против поесть хлеба. Поговорим со стражей, им больше не нужно на меня охотиться. Какая-то ты была Эрен, стала Суесоге. Как это, блядь, объяснить? Не умничай, блядь, играй давай, блядь. Все, не буду больше, не буду. Вы исцелили ее. Что за ворожба? Ворожба, это возле Конотопа. Это чудо. А лекарство из Ализара? Знаем такое, блядь. Очень щедро с вашей стороны, наемники, но на вашем месте я бы в следующий раз осторожнее распределяла свои ресурсы. Не суй нос в наши ресурсы, судья Бадерама. Бедерама. Ука, блядь, что нахуй? Ресурсы наши. А ты давай с ведром на голове, блядь, не пизди. В Лудроне это лекарство практически невозможно найти. А сейчас нам пора. Нам больше нечего сделать. Все. Стукало на патина. Так, ну как она имя поменяла, блядь? Странно. Ну ладно. Наемники, даже не знаю, с чего начать. Вы спасли всю нашу семью. Боги даровали нам встречу с вами. И у меня есть чем вам отплатить. Прошу, примите это. Зубастый ошейник, 100 золотишка. Thank you very much. Так, воровать ничего не будем. Так, ладно. А нам пора. По делам. Тут лежала книжка, лежала, да? Книжка прокачки навыков. Я спускал сюда крючок. Ты видишь? Я не вижу. Значит, не спускал. Значит, спущу. Вот так. Теперь делаем вот конем. Падаем на привал. Что нам, собственно говоря, понадобится? Там будет много ядку. Ядку. Поэтому мы берем... Ребятишкам снимаем вот эти вот вещички. Пять. И надеваем защитный покров. Самое главное только не забыть потом переодеть обратно. Ну, либо приходить на 8 уровне мечников, когда уже у них будет иммунитет к яду. Пока можем вот так. Главное снять броню, чтобы они были тихенькие. Не сдавали лишнего шума. К
как говорится. Вот так. Вот так. Так, и, наверное, можем даже дать еще один лазарский щит. Да. Так, и здесь нужно собрать компанию. Соберите группу разведчиков, чтобы как можно тише исследовать деревню, не привлекая внимания чумных. Продолжить. У нас есть тихенькие лошади. Могут просто сделать тыгдык-тыгдык-тыгдык. И все чумные будут тут как тут. Поэтому раз, два, три, четыре, пять. И возьмем мы с собой еще вот этого человека, который будет вскрывать замки. Так, общий шум 37, воля 97. Вперед. Так, можем поковыряться, найти интересные вещи. А можем сразу пойти в этот. Но предварительно можем теперь сделать ход коню, вернуть, так сказать, эквип, потому что так или иначе мы уже зашли. О, сразу сколько шума, видишь, потому что броню одели. Если были бы голенькие, все было бы как на Порнхабе. Что такое чумное масло? Изучить. Пока ваши спутники рыщут по комнате, один из шкафов начинает медленно накреняться. Достаточно сильный спутник сможет его подпереть. Кого у нас тут больше всех силы? 49, 48, 45, 72. Бонка больше всего. Подпереть. Бонк. Бонк подпирает шкаф, предотвращая его падение. Спасибо. Тут ничего интересного нет. Так, а раз мы все тут облазили, почему оно... Аптека не стала аптекой. Ну ладно, пошли в кузницу. Чумные. В центре комнаты стоит чумной человек. Еще не догадавшись о вашем присутствии, вы можете нанести, уйти незамеченным или попытаться тихо убить. Отравитель. Тихо убивает. Ну, так как мы зашли обутые, как говорится, зашли обутые, нашумели, блядь, то бой нам все равно не избежать. Поэтому будем сражаться. Заброшенная деревня. Бой. Перекройте входы, чтобы чумные не пробрались в здание и не окружили вас. Используйте навык найти выход, чтобы заполнить шкалу и сбежать из задания. Окей. Так, их два пока что. Мечник. Мечник, который может обойти, чтобы он тут сильно не напердело. Так, подожди. А где он? А, вот уж, куда он засунул. Так, давай встанем тогда тут. Прожмем найти выход. Пропустить ход.
Теперь. Так, ну и тут пока стоим. Я это вот он, ну ладно. Теперь есть их побольше. Давай там то, что бьем. Так, ладно, теперь.
Прикольная, конечно, миссия, но, ну, блядь, очень долго. Сказал, слишком долго. Пойдет. Забираем, чинимся. Кончиваем. Так, отряд нашел способ выбраться, и деревня понемножку успокаивается. Заходим, подсвечиваем, что тут у нас. Мешочек. Ящичек. Кожаные ремешки. Так, кстати, кожаные кому-нибудь надо дать. Труп. Забираем. И остается сундук. И сейчас, естественно, наш. Кстати, для сундука, для отмычек, что у нас есть? У нас есть слуховая трубка. Замки проще взломывать. Есть повышение прочности отмычек. Давай попробуем трубку слуховую. Насколько это рабочая тема. Да, блядь, сука, вы ебан, блядь. Да, она меняет положение. Да хорош, блядь, калич, блядь, сука, все, блядь. Сейчас все лекарства, блядь, потратим на этого. Сколько там осталось? Три штуки, блядь. Так, ну, ну ладно. Давай еще. Так, а вот и рукавичка. Вот и рукавичка. Если надеть рукавичку, тогда вот эти все навыки не будут доступны. Но будет удар, один удар, и он будет сильнее на 50%. 50%. Сейчас, давай почитаем. Урон повышается на 50%, но только базовое действие может использоваться бойцом. По ходу на атаке, по возможности, оно тоже должно работать. Тоже должно работать. Если у него... масло бдительности пронзающее, и он бьет 120%, то здесь должно быть еще 50%, потому что урон повышается на все его удары, блядь. Единственное только, что он не может использовать навыки вот эти, только один удар. То в принципе 170% это получается... то 40 с чем-то будет быть. Наверное, да. Наверное, да. В принципе, да, мне от него только атаки по возможности нужны. Поставил его спокойненько там где-то, блядь.
этого уголочки. Принимает на щит, принимает на шапочку. Две атаки по возможности. Ладно, подумаю потом. Ну, в тех прохождениях я брал. Я брал. Но там был обычный. Без дерева прокачки. Тут, в принципе, с деревом прокачки он получает доблесть, как обычно. Единственное, только нет у него одного удара, вот этого специализации. Ну и хер бы с ним. А так, в принципе, наверное, не нужно. Но вот этого бы, да, пошло. У него тут только... Только вот эти навыки. Наверное, да. Оставим без перчатки. Все, кузницу мы тоже прошли. Сейчас мы зайдем вот сюда. 59. Наверное, сагрится. Еще один бой будет. Да. Чумные идут. Блять, это как же-то нудно. Комнату заполняет порыв ветра. Вы слышите зловещий скрип. Дверь, через которую зашел отряд, вот-вот громко захлопнется. Ваше местоположение будет раскрыто. Есть лишь надежда, что проворный спутник. Проворный, ловкий. Успевает добраться до двери, осторожно их закрывает. Но так как мы бронированы, то все. Они, кстати, 7 уровня. Все равно драться придется. А я не могу расстановку поменять, да. Угу. Так, ну хорошо, допустим. Допустим, не могу. Так, и кучкуемся здесь. Наверное, даже там здесь посерединке. А, нету так и по возможности, блять, второй. Сука, я и забыл. Так я тут вроде бы не делал так по возможности. Я не выходил из боя. Ну ладно, хер с ним.
Какой жирный, а? Какой жирный, посмотри на него. Так, мы выходим. Тут уже дальше драться смысла нет. Выходим. Так, забираем шмотки, чинимся. У нас кто-то отнялся на 7-й уровень кинчал. В смысле, он уже был 7-м уровнем, он же носит уже 8-й уровень этот. Иссеченный. А, он получил черту характера. Так, ладно. Так, ну движника у него хватает. А, ловкость. Будет ловкий. Ловкий и неумелый воришка. Так, обнулилась, обнулилась. Есть шанс. Есть шанс. Так, мешок полон посуды. Так, кто у нас по воле? Кто? 18, 17. Мат, наверное, самый волевой. Покопаться. Волевой. И-и-и. Получаем 5 сапфиров. Получаем трэш, и здесь что-то есть. Что-то есть. Так, отмычечник. Отмычечник, блядь. Давайте попробуем, блядь, крепость отмычек, блядь. Что-то она не лучше стала, блядь. Давай, крепость отмычек. Fuck you, блядь. Крепость отмычек, блядь, такая же шляпа, как и сами отмычки, блядь. Я хочу Фомку, блядь, как у медвежатника, блядь. Я не хочу отмычками ковыряться, блядь. Подойти и въебать разок, блядь, и забрать, блядь. Я не хочу. Кровожадный IQ, кстати. Кровожадный IQ. Это ашит. Это шит. Даже немножечко нашумели. Самую малость. Может, даже сейчас без боя обойдемся.
седьмого уровня. Ну да, под уровень отряда. Потому что на 12-м, когда я брал, он был 12-го. Так, ладно. Допустим, заходим. Нет, все равно шум, блядь. Драки не избежать, драчки. Попался, наконец. Теперь тебе никуда не деться. Профессор Айртх. Короче, Айртх. Ты с ума сошла? Здесь вот-вот окажутся чумные. Твои проблемы. Ты сам выбрал это место, ученый. Знал, что здесь полно чумных крыс. Тихо, оком заклинаю. Помолчи. То сейчас нам пиздец. Наемники, заткните. Я немного... Я чем угодно готов заплатить. Но вот надо уходить. Пока. Пока что. А, они уже тут. У нас два союзника. Сука. И доблести нет. Но есть союзники. Которые, блядь, беспонтовые. Так, нет доблести. У вас нет доблести? Ну, тогда мы идем к вам. На последнее, честно, да. Заапать. Так, тогда. Тогда. Давай сделаем так. Потратим одну и получим одну. Возможно, сразу же ее и убьем. Но это не точно. Так, ну допустим, стоит тут. Этот будет сейчас пиликать, блядь, на скрипке. Thank you.
Так, хорош. Стой здесь. Сука, и тупой аж, блядь, не выйдет с яда, блядь. Знаешь, надо будет ставить, блядь, до упора, блядь. Ебанько, блядь. Ебанько, надо было и командовать, не двигаться вообще, блядь. А, да, блядь, я же, блядь. Он же тупой, блядь. Так, ну тогда надо быстрее выходить. Так, пойдет.
Опасно, блядь. Так, в идеале, конечно, тут просто нахер свалить, блин. Если успеем, блин. Так, все, уходи нахуй. Нужно, блядь. Шляпа, да, блядь. Шляпа с помощниками, блядь. Так, исцелить. Помощнички. Так, мечник. Хорошо, что у меня есть одна бутылочка. Хорошо, у меня есть одна бутылочка в запасе. Так, ну и... Так, попался наконец-то, теперь тебе никуда не деться. Блять, опять она по новой проигрывает. Нет, я не буду читать два раза подряд. Да в смысле, блять? Это что такое, блять? Это баг, блять, или чё, блять? Сука, ненависть, блядь. Ненависть. Ненависть. Так, ебанутым нет покоя. Найдем, блядь, покой. Так, поведение обороны во время своего хода ДПС будет стоять на месте. Нападать на цели поблизости. На месте, сука. Ты тоже еблан, блядь. Без вас тут, блядь, разберемся, нахуй. Без вас, дебилы, блядь, разберемся, нахуй. Без вас, убогие, разберемся. Так, а где чумной, блядь, я не вижу. К.
Крыса. Крысеныш. Доблесть. Слушай, тут вообще весь отряд, блядь, и копейщики тут, блядь. Чего, блядь? И топор, блядь. А? Ты видишь это и... Что происходит, блядь? Что тут происходит? Кто-нибудь мне скажет? Что происходит в этой игре? Почему они были наружу? Ладно, будем считать, что это, блядь, искусственный интеллект. Игра живет, блядь, своей жизнью. Так как ей удобно. GPT-чат, блядь. GPT-гейм.
А, оно, бля, хилится там с чаром, блин. Ну, там, бля, хилится. Ну там, блядь, выхиливается, сучка. Так, почему он все еще жив? Зачем его защитили? Клянусь соком, хватит истерик. Мы только что выбрались из проклятой деревни. Разве ты не можешь просто быть благодарна наемникам? Я буду благодарна только с твоей смертью, Лазарское отребье. Наемники, нравится вам это или нет, я его убью. Наемники, не дайте это сделать. Я просто сейчас уйду из Лудерна навсегда. Она безумная. А я просто хочу спокойно жить. Ну, тебе не повезло. Так, следопыт Семена. Мудрое решение, наемники. Поистине вы разделяете наши ценности и понимаете наши трудности. Возьмите, уверенно, брат вам столько не предложил. Фу. Разбаговали. Так, теперь вернуть ребятам шапчонки. Странно, что-то одна лишняя. Вроде бы как не было лишних, все были одеты. Ну ладно, ладно. Так, давай тогда отдыхать, раз никто не мешает. Тогда съедим открыть. Капустки, хлебки. Отношения улучшаются. Так, что там? Отправьтесь к уединенному домику в Лудерн. Поехали.
Да, но сейчас будет, конечно, беготня с одного конца карты другой. Так, и нам бы по-хорошему на ту сторону перейти. Да, через крючок, давай. Так, пойдем на привал. На привал. Так, чтобы пойти в это ужасное место, нужно немалая сила духа. Подумать только, выбрали живыми. Еще бы уметь писать, чтобы родным письмо отправить. Ну ты ладно, ты кузнец, ты можешь не уметь писать. У меня, помнишь, был этот ученый? Ученый, блин. Я выдал на привале такую тему. Еще бы уметь писать, блин. Так, отношения с близкими спутниками. Усталость. Добавка за риск. Отвали, добавка. Давай усталость. Только-только в отряд присоединился, и уже надбавку хочет. Ты сумасшедший, ты живешь в мире капитализма, блядь. Ты мне даже феодализма, блядь, скажи, я тебя сейчас не распял, блядь. Сука. Не распял, блядь. Уединенный домик. Что здесь можно полутать? Можно древесинки полутать. Какая-то затяжная серия получается. Так, профессор Винфрид. Вы пришли. Мне даже не верилось. Мне даже не верилось. Не знаю, нарочно ли это было, или вам просто заплатили, запали в душу дикари Харага, но вы нам изрядно подпортили жизнь. К сожалению, при этом вы единственные наемники, способные справиться с этим заданием. Чтобы не допустить случайной утечки информации, ее вы получили лишь перед самым началом задания. Понятно выражаюсь? Предельно. Для начала вам надо сопроводить меня до конкретного места. Вот вам карта местности на основе наших источников информации. Видите? Карта Винфрида. Тут мы видим город, тут мы видим дорогу, и это непосредственно перед Гарусой. Наверное, давай там встретимся. Давай их серия, не хочу, чтобы сильно длинная была. Вот ты понял, вот Гаруса, вот круг, где было это, вот это место по низу. Так, и вот это место. И здесь можно изучить. Вот это бойня. Звучит удивительно, но все же есть выживший. Возможно, вы о нем слышали. А то, что здесь произошло, скоро вы все узнаете. Надеюсь, ради вас самих. Ради вас самих, что вы будете компетентнее своих предшественников. Идем по следу. Поговорим еще, когда найдем призрачную стаю. Идем по следу. Почему бы нет?
8 вечера она должна появиться, по идее. Вот она. Так, ну и главное, не забудьте. Эта призрачная стая идеально подходит для ваших целей, наемники. Мне нужны 3 чудища живыми. Что вы на меня так смотрите? Эти отродья можно поймать, как и любое другое животное. Нужна лишь подходящая экипировка. Взгляните на эти цепи. Они скованы из секретного алхимического сплава, разработанного самыми просвещенными из наших ученых. Сейчас лишь этот металл способен удержать эти чудища. Возьмите их для поимки призрачной стаи. И он дает в лазорские цепи 3 штуки. Призрачный медведь 2. Призрачный волк 7. Призрачный кабан 4. Так что попробуем не забыть. Я люблю убить. И не словить. Это я могу. Так. Где-то они 13 штук, где-то они, блядь, в тумане. Поэтому. Так, Маланор. Маланор без непоколебимости. Так что Маланорчик. Где-то там заныкайся пока. Бонг с непоколебимостью. Меч с непоколебимостью. Молот с непоколебимостью. Альбардием без непоколебимости. Так, давай-ка мы, наверное, вот так это сделаем. Так, сворд. Где-то ушла медведятина. Медвежатина, где-то спрячется. Ушлятина.
Окружили Ероды со всех сторон. Так, давай вот этого забирать. Забираем. Вот и медведь. Вот и Мишка Косолапич. Мишка Косолапич. Знать будешь, где второй мишка. Так, давай сюда выигрывать его. Три уже там, да? Три. И у нас два человека. Делать три. Так, давай топор туда скипнем. Так, пойдет хорошо. Пойдет хорошо. Отлично, забираем. Так, есть два. Здесь свинина. О, врезал, блядь, сейчас этого. Что-то я думал, что будет работать, да. Ребят. Медведь засветился. Медведь засветился. Шесть. Раз, два. 3, 4, 5. 5, еще один где-то. 6. Окей. Все спокойно тогда. Тогда спокойно, селяне. Земля будет нашими. Можешь сибаса. Так, надо еще одного камня, да? Да, видимо. Вот, это сейчас мы забираем. Так, пришел этот чмондель. Так, кто у нас медведя заберет сейчас? Меч сразу. Цепляет медведя, чтобы не было эксцессов. Так. Так, кровь. Яд. Огонь. 4 удара. Найс, идеально. Так, все. На нахуй.
Пойдет. Осталось тогда. В принципе, схватить медведя. Ну, как бы с ним. Тут копье надо выносить, освобождать. Там еще один медведь. Опасно. 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 Заходим, я до медведя не дохожу. Так, копье. Копье может, в принципе. Мешаешь, да? Не хочу рисковать. Убегаем нахуй. Убегаем нахуй. Это не твой бой, блядь. Это бой непоколебимых пацанов. Ты можешь, блядь, просто постоять. Это бой непоколебимых пацанов. Которые на кую вертели, блин. Ужасы и кошмары. Они свое отбоялись уже, блядь. Они свое отбоялись. Так, уязвимость. Изи-пизи, нахуй. Изи-пизи, бля. Так, кто остался? Кто остался нехоженый? Мечник. Так, есть ответка? Есть.
Давай, до свидания. Давай, до свидания. Вот так. Не мухи будут. В мешок ошелом. Знаешь так? В мешок и шилом. Так, ну ты доволен? Впечатляющая схватка, профессор Винцент. Как умело вы избежали смерти. Потому что я, сука, продуманный. Ну не будем задерживаться. Пора обдумать вашу награду. Передайте мне пойманных вами в создании. Отлично, этого хватит. Вот ваша награда, вы ее заслужили. И мы получаем чертеж шипованный ошейник, 100 золота, 20 влияния и 20-сюлечку, писюлечку вот сюда. Лударский квест. Гон начался. Теперь нам нужно... минимум отдохнуть, как минимум, как максимум добраться в большой лагерь следопытов, который находится вот тут, и от него потом нас отправят вот сюда, вот сюда. Но опять немножечко беготни, но вы все равно не пойдем уже в этой серии в рыбницу. Давай, наверное, закончим. Это уже, бля, больше 2 часов, бля. В общем, следующий план на следующую серию. Каков? Ты уже догадался. На следующую серию план капкан. Максимальный уровень. Охотники на привидений. Кто-то опинулся. Топорик хочет. 8-й. Так, что у нас не будет? Можно, конечно, бешенство, но нет. Буду ему качать крит и будем забирать. Там тоже специализацию новую нужно будет взять. Короче, тут тоже криты качаем пока. Крыса, лиса, 43. Будет он ученым, так и останется, наверное. Наверное. Из-за воли. Так, у него тут, по идее, 9. Стойкость 10. Лютня 11. Снаряжение 13. 13. Либо же вкинуть ему душечку в волю. И качать ему тогда крит. Через... Да где он, господи? Через этого умельца. Там 12% крита. Ну да, в принципе, размен неплохой. Но кто-то все равно должен ученым быть. Сделать кого-нибудь раба ученым. Надо их, блядь, рассаживать. Такой геморрой, блядь. Раб на лютне, раб ученый. Копченый. Ладно, подумаю, посмотрю. Скорее всего, так и сделаем. Да, какого-нибудь раба ученым. А здесь закинем двушку в волю. Хотелось бы, конечно, чтобы он хоть чуть-чуть бы добрал. Потому что будет слишком много. 8 воли. 8 будет у него. Ученый мастер. В принципе, зачем нам ученый? Ученый нам нужен только для того, чтобы на привалах получал знания. Так, шапка воля. Броня воля. Допустим, так мы это все и будем держать. Снаряжение, значит, 2 и 9. 11. Стойкость от отряда. 12. Лютня.
13. Вот еще вкинуть двушечку в волю. Будет 15. 15, да. Значит, я не буду ему прокачивать, пока никуда вкидывать. Качну просто оружие вот здесь на 8. Посмотрю, может быть, броню. Может быть. Все, ладно, давай на этом закончим. И следующая серия. Идем в лагерь, вместе бежим сюда. Сделаем крики, шумы, ужас, привидения. И, как говорится, вот сюда гробницу. Гробницу заберем масло. Нужно масло. Так, подожди, подожди. Гробницы тоже надо подготовиться. Тут, в принципе, наверное, так и останется. Здесь будет факел. Тут будет факел. Здесь будет факел. Три факела. У нас получается. Так, здесь мы дадим одноручную булаву и щит. Либо факел. И здесь... Два копья, по-любому два копья. Здесь одноручный топор, надо будет ему посмотреть. У меня там на складе есть топоры и булавы. Ну и здесь факел. И тут тоже посмотрим. Может факел? Может булава? Хотя нет, у них тут лошади, у них тут оборона нормально, в принципе. Да, вот они получат факела. Они получат факела. Три точно факела, вот три. Дальше. Хотя бы я еще бы, ты знаешь, что сделал? Я бы забрал логово здесь. Для того надо зачистить вот это. Вот здесь убить отряд. Логово. Там логово. Там взять чертеж факела. Хорошо. Как раз начнет качаться на факелах. Это, хотя, наверное, подожди, камыщи не отбирать. Нам бы еще камеру накачать. Вот тут ему хуйня осталась. Да. Так что, наверное, скорее всего, в следующей серии мы с тобой зачистим бандитский людерн. Забираем вот это. Забираем вот здесь банту с черепом. Зачищаем старую Доранскую башню. Забираем чертеж факела. Чертеж факела. И тогда, видимо, уже и пойдем заканчивать. Сможем делать факела, накрафтим факела. Да, так и сделаем. Все. Всем, ребят, спасибо за лайки. Рад, что вы смотрите, вам нравится. И увидимся в следующей серии. Пока, всем и удачи.